Прекрасные сапоги женские называются Вегас, и мы понимаем, почему. Стоят они сегодня 1690 рублей. Да, действительно, классная обувь, на мой взгляд, очень современная, совершенно необыкновенный дизайн, потому что здесь есть манжет с отворотами, да к тому же еще и цветы объемные, которые можно потрогать руками. Объемные цветы – это, естественно, тренд. Но мне отрадно, что цветов здесь много. Они буквально украшают полностью все голенище. Да. И действительно, мне кажется, это очень нетривиальная абсолютно модель, которая ваши ножки будет украшать, потому что такая обувь способна стать настоящим украшением для ваших ножек. Ну, да. Наташа, смотри, как здорово смотрится эта обувь вот с таким образом, да, это своего рода глэм-рок, очень женственно и очень необычно, и классно сочетается такая обувь с сумочкой кроссбоди на одном ремешке и вот с такой прелестной косухой. Внимание, это рубрика «Успей купить», а это значит, остается их менее 50 пар, с 36 по 41, пока у нас есть все размеры, но в каждом размере, сами понимаете, если менее 50 остается, сколько остается? 1690 рублей. Я их надевала, очень не хочется снимать, я их покупаю, это 100%, потому что смотрится на ноге очень классно, очень круто, кстати, они очень удобные, и мне, конечно, нравится то, что они на небольшой платформе. Для моего роста это, конечно, важно. Да, здесь есть платформа, она скрытая, поэтому вы ее даже, пожалуй, не заметите сразу, но мы покажем вам ее, где она находится. Сейчас давайте разберемся прежде с голенищем. Посмотрите, голенище у нас очень мягкое. Вообще, это похоже практически на сапоги-чулок. Посмотрите, я могу даже растянуть эту зону. Я вас уверяю, что вот это голенище, оно может видоизменяться по размеру. То есть вы можете чуть-чуть повыше его сделать, да, и если у вас достаточно полные ножки, то, соответственно, это голенище, оно идеально сядет на ваши ноги. Или же, наоборот, приспускать вниз для того, чтобы получался вот такой вот шикарный манжет. Ну, очень давайте посмотрим, что у нас там с танкеткой. Она у нас скрытая, но при этом достаточно высокая. Поэтому, если вы обожаете каблучок, но при этом хотите себя чувствовать уверенно на этом каблучке, то около 6 сантиметров составляет у нас танкетка по высоте. Итак, посмотрите, они невероятно удобные, невероятно красивые, стильные, модные, да еще и на танкетке. Кстати, вот на танкетке мы будем ходить долго. Если мы думаем о том, что каблук осенью, да, уже даже ближе к зиме как-то не очень комфортно, хочется все-таки уже на плоской подошве что-то, то здесь идеальный вариант, нас немножко приподнимает, но в то же время вы видите именно плоскую подошву. С 36 по 41 у нас размеры 1690 рублей. Ну и, конечно, хочется поговорить о материале. Да, материал у нас здесь эко-замша, материал бархатистый и действительно такого необыкновенного формата. Я бы вас еще хотела сориентировать по размерам. Дело в том, что здесь очень хорошая длина вашей, длина стельки. Соответственно, эту обувь вы выбираете размер в размер. На наш взгляд, даже не нужно выбирать на размер побольше, даже если у вас ножка половинка. Ведь вы эту обувь будете носить с тонкими колготочками капроновыми, а может быть с тоненьким хлопчатым бумажным носочком. Поэтому не нужно выбирать на размер побольше. Возьмите размер в размер, и они сядут идеально. Ну, скажем так, как влитые. То есть свободного места много-много в носочной части у вас не будет, но комфортно вам будет точно. Итак, берем размер в размер. Конечно же, они очень удобны, потому что, посмотрите, вот вроде бы эко-кожа, но внизу она достаточно плотная, а вот вверху она сделана такая очень мягкая, классная. Сегодня цена 1690 рублей. Здесь, конечно, тренд абсолютный. Мини 40 уже остается. Спешите прямо сейчас, размеры до 41. Знаете, вот такая обувь должна быть обязательно. Если у вас собирается какой-то модный выход, можно так сказать, потому что носить можно повсюду, но вот эти я бы оставила для того, чтобы произвести настоящее впечатление. И пусть это будет определенным акцентом в вашей одежде, может быть, что-то еще наверху, но поверьте, на ваши ножки они будут смотреться очень изящно. Да, вот, Наташ, я тебе скажу, что насколько мы разные, потому что я вот как бы засомневалась при выборе, да, вот этой обуви, но ты меня ведь разубедила. Да? Ну, ты сама же померила, ты сказала, как они мне нравятся. Не, я прям беру 100%, они очень крутые. Да, поэтому я уверена, что найдутся люди, которым очень нравится такая обувь, и вы рискнете придумать разные необычные стили и, конечно же, удивлять всех окружающих, потому что на наш взгляд здесь присутствует некая дерзость. Дерзость, во-первых, здесь клепки, а во-вторых, еще цветочки есть, поэтому женственность, дерзость, здесь нет такого агрессивного какого-то стиля, хотя эта замша всегда смотрится очень дорого, и сейчас ты же знаешь, что вот эти напускные какие-то такие вещи, они сейчас в самом тренде. Конечно, я еще раз говорю, если вы хотите произвести впечатление, тогда обязательно берите, я думаю, что они просто безвозрастные абсолютно. 1690 рублей.
рублей, в 40-м осталось только 3 пары, поэтому вот счастливицы будут особенно, тем более такая классная цена, невероятно низкая. 77-392 номер лота, записывайте, я надеюсь, что вы успели записать.